обратилась ко мне женщина с таким запросом. Мол, на работе есть мужчина, он ей интересен, но он женат. И мужчина есть, ну, определенный небольшой статус, в общем, финансы, в общем, у него все хорошо. Что я могу сказать с точки зрения нумеролога, с точки зрения эзотерика? Понимаете, в чем дело? Этот мужчина добился своих успехов как раз благодаря той женщине, с которой он живет сейчас. Почему? Потому что каждая женщина обладает своей энергетикой, своим вот этим балансом, который она может дать мужчине. И самое интересное, не факт, что это, если этот мужчина уйдет, например, из семьи или будет жить с другой женщиной, он добьется тех же самых успехов. Почему? Опять же, почему? Потому что разные энергетические балансы у этих женщин. Вот и все. С одной женщиной может горы свернуть, деньги заработать и так далее. А с другой, ну, максимум где-то там в гамаке покувыркаться. Ну и все. В этом случае подходит очень обалденная народная мудрость. На чужой каравай рот не раздевай. Ой, вареники вчерашние. Вчерашние вспоминаю. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Нумеролог, таролог, а еще и мастурболог, в принципе, да, ребят? Я вам тоже, ребята, так скажу, как истинный мастурболог, ребята, а сейчас есть такая специальность, хотите верьте, хотите нет, как бы я тоже, знаете, там скептически к разным там нумерологам отношусь. Что это за профессия вообще такая непонятная? Там, нумерологи какие-то там, тарологи, шварологи и так далее, блин. Мастурболог, вот это вот квалификация. Вы попробуйте мастурбировать каждый день, ребята, да? Даже руки могут это подтвердить. Ребята, ну так это же просто гадание на вот этом всем деле, понимаете, допустим, взял, покрутил, повертел, согнул, перегнул, так вот помял, оно раз, что-то как-то в сознании вылепилось, когда тебе, ну, допустим, как вот, знаете, на воске гадают, допустим, а это ты на елдаке просто берешь свой и... раз что-нибудь, да и вылепилось, ребята, еще и удовольствие получил, ёханый бабай. Ребята, попробуйте, это великолепно, великолепно, ребята, это круче даже эзотерики, я вам честное слово говорю. Ребят, кто не верит, то, ребята, вы просто мне завидуете, как они все говорят, да, короче, не веришь, значит, ты мне завидуешь, да, или там не любишь меня, то не завидуешь, значит. Ребята, а вы попробуйте, и вам понравится.